Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Вместо пылесоса и мокрой тряпки теща подсказала советскую альтернативу очищения ковра от шерсти. Собака – друг человека, верный, преданный, любящий друг. Но есть у собак один минус, как, впрочем, и у всех пушистых животных – они линяют. А если в вашем доме есть ковры, это настоящая беда. И даже пылесос не всегда может справиться с шерстью. Придя в очередной раз в гости, теща тяжело вздохнула и стала поучать. А и не нужен вам никакой пылесос, берете пемзу и избавляетесь от шерсти. А способ и правда очень хороший, как же это сделать? Итак, теща с легкостью избавилась от шерсти нашей собаки. Она чистила ковер камушком, а шерсть собиралась в один пучок. Удалить ее уже не составило никакого труда. Жизнь теперь просто изменилась к лучшему. Больше нет необходимости мучиться с пылесосом или мокрыми тряпками. Казалось бы, слишком просто, чтобы быть правдой, но вы попробуйте и обязательно останетесь довольны. Другие предложения, которыми делятся люди в сети по борьбе с надоедливой собачьей шерстью, резиновая щетка и влажные резиновые перчатки. Одним словом, проблемы с коврами у вас закончатся. А какие советы по этому поводу можете дать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.